остановка Зеленый дом. Железнодорожном вокзале встречаю я Иришку. Она приезжает с Питера. Поезд до прибытия поезда осталось где-то, наверное, минут 20, может быть, 30. Вот, хочу немножечко тут погулять, показать наш фонтан, который летом был фонтаном. Теперь, конечно же, воды в нем нет, потому что холодно. Вот, ну и показать красоту. Посмотреть на реконструированный вокзал издалека. Ну и кое о чем поговорить. Вот фонтан, который летом был фонтаном. Ну а поговорить я хотела вот о чем. Иришка поехала в Питер. Собственно говоря, ну, она поехала на вручение уже как участник финала. Всем им подарили подарки, вот, дипломы. Приедет, покажет, конечно, что ей понадарили. Она очень довольна. Вот, но о чем я хотела сказать. Не знаю, кто финансирует и кто платит за те шикарные условия, в которых они жили. Жили они в гостинице «Октябрьская». Это четырехзвездочный отель напротив Московского вокзала. Очень удобно. Хорошие, я считаю, номера. И хочу заострить внимание на том, что мы за это, за все не платили. Оплачивали мы только проезд туда и обратно и питание ребенка в день приезда и в день отъезда. Вот, то есть сколько они кушали, это вот за свой счет. А все остальное время, вот она была там еще плюс к двум дням приезда и отъезда, еще два дня у них была культурная программа и награждение. Их кормили, хорошо, кормили в хорошем ресторане, не в какой-нибудь столовке. Вот. Сбилась. Вот, они посетили Эрмитаж. Они, ну, я понимаю, что художественные музеи, конечно же, студенты и учащиеся профильных, скажем так, вузов и художественных школ посещают бесплатно, это понятно. Ничего за это уплачено не было. Но они также посетили музей морского флота. Они были, судя по фоткам, в Спасе на Крови, они были в Исаакиевском соборе, они были в Николаевском дворце, там проходило награждение. Вот. В общем, довольно-таки обширная культурная программа. Также еще и был организован досуг детей, насколько я поняла. Вечером они в какое-то кино ходили. Вот. В общем, ну, шикарный, на мой взгляд, условия, шикарный получился отдых. Я не знаю вообще, Иришка под впечатлением, уж под каким впечатлением мы, если учесть, что за это мы ничего, в общем-то, не платили за всю ту программу, которая там была. Вот.
Ну, у меня есть с чем сравнить, когда сыновья ездили от своей школы искусств с хореографическим коллективом, ездили на какие-то конкурсы, то там оплачивалось плюс к проезду, оплачивались вступительные взносы, все экскурсии, которые были, они тоже были за дополнительную плату. Вот. Поэтому как бы для меня вот такой подход и, скажем так, ну, не хочется говорить некрасивого слова «халява», ну, в общем-то, да, это можно сказать «халява». Вот. Потому что я считаю, что было на уровне все организовано. Иришка приедет, может быть, расскажет какие-то свои впечатления, но это пока мои впечатления. Пообщаться нам с ней еще пока не удалось. Приедет, расскажет. Она у нас очень скупа на всякие рассказы. Вот. Она ВКонтакте накидала фоток и сказала: вон, что ты спрашиваешь меня? Иди посмотри, я все на стене у себя выложила. Вот, все, что она рассказала. О том, что она была в Эрмитаже, она упомянула вскользь. Поэтому, ну, вот так вот. Буду ее пытать, когда приедет. Посмотрим, что расскажет. Вот. Вот, но вчера у меня на холоде очень быстро закончилась батарейка, поэтому показать нашу встречу с Иришкой не получилось. Но вот среди всех подарков, которые вот были, там были краски, холст, кисти, диплом Иришка куда-то заныкала. А вот есть такой каталог выставки, фестиваль «Уникум». И вот тут на 29-й страничке, вот она, наша Иришка. Когда она делала эту работу, ей было 11 лет, поэтому тут она фигурирует еще когда ей 11 лет. Вот ее работа «Совушка», геометрическая резьба. И вот тут в этом каталоге все-все детки со своими работами, кто чем занимается. Ну вот, например, интересно, да? Скульптура «Белый клоун». Сейчас сфокусируется. Но вот тут девочка из Москвы, ей 13 лет. Вот, вот такой вот замечательный каталог, альбом с теми детьми, кто получил какие-то призы. Вот тоже резьба по дереву мальчик делал. Ну, Иришка, как всегда, была скупа на эмоции, не хотела ничего рассказывать, не хотела, тем более на камеру не хотела ничего рассказывать. А вот еще альбом. Тут, значит, сколько-то шедевров, которые, я так поняла, хранятся в Эрмитаже. Вот, вот эта работа в цвете. А вот на другой стороне, если перевернуть, это же работа, но рисунок, набросок. Это нужно раскрасить. Иришка сказала, что она будет это срисовывать, смотреть и рисовать, а потом раскрашивать. Вот, правда, Нюша? Вот такие вот подарки, одни из подарков, которые Иришка привезла с собой. Диплом, сам диплом этого фестиваля она заберет в художественную школу, там отксерокопируют, повесят на стену в классе.
Вот, а сам диплом вернут ей. Ну, думаю, мы тоже повесим. Вот такая получилась поездка. Еще раз повторюсь, респект и уважуха от меня организаторам за то, что вот так все было организовано, вот так здорово, вот так круто. Вот, ну что ж, будем ждать новых творческих успехов, ставить перед собой новые творческие задачи, воплощать их и реализовывать. Ну что ж, всем пока. Спасибо за просмотр. И от Нюши тоже. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все как всегда. Пока-пока.